Покупал через интернет и делал закладки. В Ульяновске задержали мужчину за незаконный сбыт и хранение наркотиков. Задержанный житель Заволжья, 1986 года рождения, не работающий и ранее уже привлекался к уголовной ответственности. При личном досмотре сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков изъяли 169 упаковок наркотических средств метадон, 25 граммов героина. Общая сумма наркотиков – 500 000 рублей. Таким образом, полицейским удалось предотвратить введение в незаконный оборот порядка 200 доз синтетических наркотических средств. Полицейским установлено, что задержанный не менее года через интернет-магазин приобретал и осуществлял сбыт синтетических наркотических средств. Крупные партии запрещенных веществ молодой человек делил и осуществлял закладки на территории областного центра. Задержанного заключили под стражу, возбуждено уголовное дело.